Все на каток. В субботу в Тобольске стартует зимний сезон проекта «Спорт. Норма жизни». На корте в 6-м микрорайоне в 12 часов всех участников будет ждать Дед Мороз, зимние забавы и горячий чай. А коньки в этот день можно будет взять на прокат бесплатно. После торжественной части в 13 часов на корт выйдут команды, которые будут играть в хоккей в валенках. А в сквере семьи, любви и верности в 15 часов откроется каток семейный. Полюбившийся табуликам пятницкий каток на базарной площади тоже откроется в эту субботу. Старт праздничной программы в 16 часов.